Так, жилище, химвод подготовка. Негодность. Фомакс приезжает с нами. Смотрит, будем смотреть. Тут все убираем полностью. Вот это вот хрень. Вот эти пускатели остаются. Автоматы остаются. Вот это все убираем. А вместо этой еботы поставим вот эту хуйню маленькую. Овенускую, овенускую. Вот это тоже все убирается. Это химводоподготовка бывшая. Вот это вот. Вот эти пускатели. А чем мы сюда въебаем вместо... Овен будет стоять. Тоже овенускую поставим? Да, а ты ее прописывал? 5 штук заказывал. Потому что я... На химводоготовку там... Ничего, ты не прописывал нахуй. На ХВП, блядь, я только, блядь, бошки нахуй прописал. Причем я не пойму, нахуй нам так... Вот что здесь за подготовка такая, блядь, странная, нахуй. Я вообще не понимаю, что это за хуйня? Они сами ваяли, что ли, ёб? Да. Ну как это, бля, ёпты? Вот здесь вот вход, вот здесь вот вход. Вот сюда вот надо будет вырезать, сюда эту хуйню баллоны ставить. Баллон поставить с башкой нахуй. Да. Блядь, бак под эту хуйню. А мне понять, блядь, а это, как её? Башку надо. С башкой понятно. А, блядь, систему дозирования ставим? Конечно, должна она будет ставить. Ну нет, можно не ставить нахуй. Ну, ты понимаешь, цена, блядь, ХВП это одно, а система дозирования, её никто сюда не прописывал. Так еще, наверное... А, какие-то еще вот из этих насосов не работают. Один, блядь, вот шуршит, блядь. Значит, вот тоже дефектуем. Так. Так, а с этой, с автоматчиком, это все остается. Это все остается. Здесь тоже все остается. Тут все остается, только, блядь, вот эту хуйню, блядь,